Всем привет, с вами Electron Motors и меня зовут Евгений. Сегодня у нас с вами на обзоре TC Max, Suron и Boxing Hunter, и мы будем сравнивать их динамику на старте, на разгоне, на подрыве. Соответственно, посмотрим, кто из этих мотоциклов победит, и поехали! Что, пацаны, как вам старты? Кто кого порвал? Сейчас. Прикольно. Ну, на удивление, TC Max, при том, что у него вес в два раза больше. У него нету лютого рывка, но при этом он разгоняется. Нет, но на старте он нормально. Почти так же, как Suron. Буксун. Причем Буксун отстает по разгону в старте, не сильно от вас, но при том, что у него 700, всего 750 ватт, этот, как его, не аккумулятор, а мощность моторов, но их два. Раз, два, три. Ну, Suron уехал. Все, пацаны, сейчас, короче, встаем, стартуем. Ты на Буксуне снимаешь сбоку. Мы, короче, едем в ту сторону, не останавливаемся на повороте. Друг друга ждем и постоянно, ну, как бы резкий подрыв проверяем. На ходу тоже. То есть раз, выровнялись, едем, да, на ходу. Опять раз, два, три, вук, подрыв сделали и поехали. Проезжаем вокруг всего торгового центра. Один круг пока что. Здесь останавливаемся, потом еще смотрим. Ты готов, Олег, оператор? Ты готов, гонщик номер два? Погнали. Что там, страна какая, страну какую представляешь? Я представляю, республику. Короче, Черкесскую республику. Все, Олег представляет люберцы, или где ты там проживаешь? Пенсионеров, Олег. Пенсионеров из Люберец. Все, я представляю Electron Motors, и мы сегодня их всех порвем, потому что у меня Suron. Что, все готовы? Да. Раз, два, три. Как Suron, короче, да. TC Max, в принципе, на уровне. Чуть-чуть резкости вот этой не хватает старта, но скорость разгона такая же, потому что моторы примерно одинаковые все и показывают похожие показатели. Хотя нет, на этом значительно слабее моторы. По 750 ватт. Короче, рассказываю комментарии. По моим ощущениям, Suron на подрыве, на старте всех рвет вообще безоговорочно. Но вот потом мы встали вот там вот в середине видео вместе с Дензелом и на ходу на скорости примерно 20 км в час при максимальном газе Буксун вообще не отставал. То есть у всех разные показатели динамики, ты прям долго ехал с такой же скоростью, как я, до поворота до самого. Вот, TC Max по динамике на старте отстает при самом рывке. Этот тоже отстает при самом рывке, при изначальном старте, потому что на нем
пробуксовывают колеса конкретно. Либо надо менять резину, либо еще какие-то варианты рассматривать. Вот. И на ходу эти два гораздо более маневренные, нежели этот. Ты что думаешь, Рустам, тебе как вообще в целом при динамике езды, когда с нами вместе ехали? В целом он не то что дерзкий аппарат, сама, но я считаю, что на дальняк он достаточно разовьет скорость так, чтобы порвать и Сурон, и Дензел. Да, при этом максималка самая большая у Суперсока TC. Здесь каждый выбирает для себя варианты. Вот. То есть TC круто на максимальной скорости и на дальние расстояния, показатели удобства езды гораздо лучше. Этот крутой на подрыве, на самом старте, и у него, наверное, ну, скорее всего, самые максимальные характеристики на разгонах. И, соответственно, Buxton Hunter крутой тем, что на средних оборотах он разгоняется так же, как Сурон, но при этом у него максималка ниже, чем на всех, но при этом у него есть педали, на которых вы доедете, как бы у вас не сел аккумулятор, очень далеко и очень, ну, очень далеко вы сможете уехать на своих двух любимых ногах. Поэтому наш видеообзор подходит к концу. Подписывайтесь на наш канал. Соответственно, по всем вопросам звоните нам. У нас есть большой ассортимент, и мы вам предложим все, что вы захотите. Любой электромотоцикл.